одну булочку я с Алиэкспресс заказывала, вот такую. Она идет чисто летняя, такая полупрозрачная ткань. Здесь типа шифон, но шифон такой плотный. Понравилась мне ее расцветочка, там были разные виды цветов вот этого орнамента. Здесь, правда, нет размера, какой размер, не помню, я обязательно посмотрю, и внизу все это будет, ссылочка тоже. Все хорошо в этой блузке, все неровные, так скажем, детали пошива, они спрятаны изнутри. Единственный минус — это то, что в одном месте немножко перекашивает у нее воротник, да, вот ворот, вот эта часть, поэтому волосы я вот так переделываю на одну сторону, и тогда этого минуса не видно. Я эту блузочку неоднократно носила, потому что в жаркое время она просто идеальная, в ней не жарко, не потеешь, хотя ткань далеко не натуральная, но все равно в ней почему-то не жарко. Скрывая все это дело, допустим, волосами, либо я поддеваю под какую-то кофту. Но все равно мне понравилось, я ее с удовольствием носила. Последнее, что покажу с сайта AliExpress, это вот такая юбка довольно-таки известного фасона, фасон миди. Если честно, она мне приходила в прошлую осенью, но я ее не показывала в покупках, но ссылочка у меня осталась, поэтому я вставлю ее. Выбирала я такого вот оттенка, там присутствовали еще другие оттенки этой юбки. Опять же таки, эта юбка идет у меня здесь без размера, и я посмотрю и потом в инфобоксе напишу. Но в талии она мне великовата, но не критично, я ее ушивать не буду, в принципе нормально, не спадывает. Про такие юбки довольно-таки много, мне кажется, рассказывали. Она идет вот с плотной ткани, наподобие атласа. И, в принципе, не просвечивается. Держит форму свою, за счет этого делает такую визуально более узкую талию. И очень-очень женственный образ получается. Юбочка такая, что она и на праздник, и на каждый день вполне пригодна. Но я ее носила редко этим летом, одевала всего раз на мероприятие на одно. Так как в том образе, в котором я ее вижу, ее нужно носить на таких каблуках, а такие каблуки я сейчас как-то редко ношу, вот. Но юбочкой очень довольна, в принципе, пошив у нее неплохой, и будет возможность, я себе, может быть, еще закажу такого фасона, но уже более носибельного цвета. Следующее, что покажу, это пара джинс. Джинсы с сайта Wildberries я заказывала, это фирма NCity. Первые, значит, это темно-синие, такие вот идут с потертостями. Я, если честно, больше люблю джинсы по виду классика. Это у меня 27 размер, и вот такие вот выбеленные, вываренные, так скажем, джинсы. Здесь у меня уже 28 размер. В общем-то, от модели зависит и размерный ряд. Но что 27, что 28 мне оказалось нормально. Здесь коллекция базовая идет. А джинсами, в принципе, я осталась довольна. Но, конечно, ничего в них особенного такого нет. Я повторюсь, люблю какие-то более классические вещи этого типа. Не люблю рваные. Ну, не знаю, как-то вот... А мне нравится, как на других смотрится. Но на себе я почему-то не вижу эти модели. Поэтому я себе всегда покупаю нормально. Нормальные джинсы целые. Ну вот, осталось мне совсем немного на этой части. Знакомая меня держит магазин, и она привозит вещи, какая-то у нее там договоренность, что она привозит вещи бренда Zara. Не знаю, насколько они настоящие, но в принципе все лейблы, да, нашивки, плюс сама вот эта вот, где ценник идет, карточка, все там написано, якобы это настоящая Zara. В общем-то, взяла я себе вот такую вот блузочку, ну, по-моему, знаменитый фасончик идет, и такая прямого покроя. Хорошо смотрится, мне понравился очень оттенок, завозила она различные оттенки, перемерила я и выбрала себе все-таки зеленый. Это базовая серия идет, и она идет безразмерная, то есть размера тут как такового нет.
подобрала себе, чтобы более-менее на меня села, так как какие-то других оттенков почему-то были мне намного велики, чем вот этот. Еще, вот, кстати, это еще один фактор, почему я взяла именно этот цвет. Но мне нравится, я люблю такой яркий зеленый. Зеленые я люблю оттенки, кроме болотных. И блузочка очень удобная, одел, и все. И она не так, кстати, сильно мнется, и хорошо гладится, и стирается. И ничего с ней, в принципе, такого не происходит. И даже если под дождь попадете, никаких капель, последствий никаких не останется. И еще одна вещь также от Zara. Это уже серия Zara Woman. Здесь у меня S-ка. Идет размер S. Рукав идет длинный, просто у меня я его так ношу подвернутым. Ну, в летнее время мне так больше нравится. Ткань очень приятная. Она, конечно же, не натуральная, но здесь, может быть, и есть хлопок, но не совсем. Но она очень приятная, очень мягкая, единственное, немножко мнущаяся. Понравился мне ее фасон, понравился мне ее принт. Здесь идут такие забавные котята. Здесь у нас идет ряд пуговиц. И также на талии вы можете все это затянуть поясочком, и будет немножко вот так выглядеть. Кстати, вот этот фасон очень хорошо подойдет, у кого несовершенство фигуры именно в талии, либо даже беременным будет хорошо. Идет оно выше колена, это платьице. А платьице, мне кажется, можно даже в стиле casual какой-то применить, с какими-то такими брутальными, более брутальной обувью, даже осенью, и там шарф навязать, либо жилетку какую-нибудь одеть, и будет очень хорошо смотреться. И повторюсь, я практически большую часть лета его проносила, оно мне очень нравится, в нем и в жару не жарко, так скажем, масло масляное, ну правда, вот так и есть, очень-очень довольна осталась этим платьице. Ну и последнее, что покажу в этом видео, это будет юбка из кожи якобы, ну естественно, это не натуральная кожа, мне понравился фасон, она идет как бы таким колокольчиком, наверное, но не стоит вот так вот, не топорщится, как у меня есть юбка с AliExpress, которую я заказывала. Сбоку, значит, нет, не сбоку, это сзади идет замочек, просто она у меня так здесь повешена. А здесь у нас вставка кружевная идет, и наподобие идет такого корсета, что ли, ну не как корсета, а типа утяжки, и хорошо смотрится. Ее можно надевать как с объемными свитерами, например, поверх, либо можно из блузка одеть, только ее уже заправить, будет хорошо смотреться, мне очень нравится. Тоже покупала я ее где-то в конце весны, по-моему, и в то время носила. Летом, конечно же, такая юбочка уже не так пойдет, а вот сейчас осень настанет, я ее буду опять носить. Не знаю, какой это бренд, это скорее всего что-то китайское, тоже покупала у нас, ну, у моей знакомой в магазине. И насчет пошива, пошив хороший, в принципе, все неплохо здесь сшито с обратной стороны, все аккуратненько, и юбка не так мнется, хотя я боялась брать кожу, что как ее гладить, но на самом деле это не так тяжело. Ну вот, на этом все, с этой первой частью видео о одежде я закончила, но, скорее всего, я ее поделю на две, так как длинное видео получилось. В следующей части об одежде я познакомлюсь с такой фирмой, как Ангелика. Это новосибирский производитель наш, то есть российский. Поддерживаем нашего российского производителя. И очень достойные там вещи есть. Увидимся в следующих видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока.